Более 120 тысяч квадратных метров построили в Кировской области с начала года. Об этом сообщает в Департаменте строительства и архитектуры. Если верить статистике, строительство жилых домов идет с заметным опережением прошлогодних результатов. За январь-февраль 2015 года жилья в области построили уже в 1,5 раза больше, чем за это же время в 2014 году. При этом уже сейчас готова и сдана почти пятая часть жилья от годового показателя. Сейчас в стадии строительства в регионе находится больше 180 многоквартирных домов. Общая площадь жилья в них – 1 300 000 квадратных метров.